Чартова дюжина. Хорошо, ребят, видео, пожалуйста. Работайте, понял все. Мы можем сейчас услышать Питер? Раз, два, Петербург. А вам уже приходилось принимать участие в организации таких мероприятий на два города? Я участвовал однажды в жизни в организации такого мероприятия, но это было давно, и у меня была гораздо более скромная функция, я был ведущим в одном из городов, вот, и все прошло не очень гладко, но это было лет 12 назад. А так вот режиссировать такое мероприятие нет, не приходилось. Мы пошли на этот эксперимент, ну, осознавая, что это эксперимент, конечно. Чуть выше кошечку справа, с тем, чтобы мы увидели очертания острова. Еще. Стоп. Коллеги, пожалуйста, с выхода из за кулисы, пожалуйста. Значит, кто у нас Илью Лагутенко играет? Сережа или Денис, сымитируйте Илью, пожалуйста. Да, похоже очень. Как вы видите, надуваю дельфин. А как вы так научились надувать дельфин? Как просто, это все же могут. Даже я могу это? Ну, конечно. А сколько всего нужно будет надувать? 40. А это для какой группы? Для Мумитро. Спасибо большое, ребят. У нас все хорошо, просто нам надо мчаться дальше, иначе мы больше ничего людям не сможем показать. Чартова дюжина. Ржавые струны, ломки янтарь. Ты думал гореть, а тут надо греть. Мохнатым туманом завязали глаза. Костры отменяются. Сейчас начнется гроза. Спасибо огромное, что, как я и говорил, что наше радио поддержало своим вниманием и поддержкой наш скромный дальневосточный фестиваль, единственный в своем роде во всем мире. V-Rocks, Rock Владивостока, мы его называем. Очень много нам приходит теперь заявок для выступлений на фестивале. Буду рад, если слушатели и администрация радио тоже будет помнить о том, что мы любим открывать новые имена. Да, даже не знаю, откуда они прилетели, вроде из Москвы-реки, но доплыли через Босфор и Дарданел. Понравилось? Да, спасибо большое, да, что вот поклонники таким образом реагируют на песни. В следующий раз споем песню «Морская капуста», чтобы всем полегче в будущем было. Наше радио.